Святая Мария, Швейк. Слуга покорный, это Швейк. Здорово, дружище. Да. Ты где ж пропадал все это время? Я изучал немецкий язык на курсах, обнесенных колючей проволокой. Алюмка, сволочь, фи, скотина, швайнегунд, пес свинячий и эршисни, расстрелять. Послушай, Швейк, там за проволокой на тех проклятых курсах ты не встречал Вацлава Рышанека? Вацлава Рышанека? Ему удалось схватить Вацлава? Разве ты не знал? Вот уже месяц. Мы его хорошо прятали, но так вышло. Вацлава Рышанека. Ты знаешь, когда мы были там за колючей проволокой и знали, что он здесь, в Праге, нам было как-то... легче на сердце. Еще бы. Тише, это опять он. Его дамка. Разве это человек, это губка? Святая Мария, когда его переведут на другую улицу? Все мои запасы пива кончаются. А где теперь достанешь пиво?
Прямо хоть закрывай лавочку до головой в петлю. Госпожа Юлька, пора на сцену. Госпожа Юлька. Вы опять плакали, Юленька. Они приходили сегодня к моему соседу Травику. Он отказывался ехать в Германию работать у них на заводе. И они били его. Били до тех пор, пока он не мог уже кричать. А госпожа Травок обнимала колени этим извергом, плакала. И один из них ударил ее. Так ударил, я не могу петь сегодня. Это толстая свинья Шуцман уже 3 раза приходил пить пиво. Если он заметит, что у нас нет программы, он будет придираться к хозяину. Надо петь, Юленька. Если прикроют нашу пивную, то где будут собираться честные чехи? Да-да. Вы правы, господин Дворжик. Я буду петь. Одевайтесь, Юленька. Сегодня обещал прийти Вальдек. Ребята ждут уже. Ты выпьешь за деньги или в кредит? Если когда я однажды торговал собаками и кормами для собак, то я... Значит, в кредит. Нет, я выпью эту кружку за здоровье Вацлава Рышанека. Колонник из Кента был, он был как атлет силен. Другой был шкипер, а третий мальчишка и в меня безумно влюблен. Богаты были все, красивы были все, как картинка был каждый одет. И все умели ухаживать и дамам льстить. Но я им сказала нет. Я была холодный точно лед, неприступный, как металл. Нам сияла над рекой луна, с берега била напролет всю ночь волна. Но никто твердыни не взял. Однажды пришел человек ко мне и меня ни о чем не просил. Он повесил молча шляпу на вешалке в моей комнате, и сразу лишился я сил. Он небогатым был, он и некрасив был, он был плохо и в воскресенье одет. И он не умел ни ухаживать, ни дамам льстить. Но я не сказала нет. Не смогла я быть холодной, как лед, неприступной, как скала. Ах, сияла над рекой луна, ах, призывно била в берег нам волна. Отказать ему я не могла. Спасибо. Кто вы? Я Швейк. Йосиф Швейк. Швейк?
Тот самый? Да, тот самый. Тот самый. Ой, я вас так много слышала и даже читала, когда в библиотеке еще выдавали в чешские книги. А сегодня в 18:00 я стал еще более знаменит. Ох, если бы вы не побоялись промочить ваши туфельки в луже, которые я только что заметил у входа, вы бы увидели мои портреты на всех афишных тумбах города Праги. И между нами говоря, я разделил эту славу с самим господином фюрером. Вот вы какой. Как какой? Добрый вечер, фролин Юлька. Может быть, вы надеялись, фролин Юлька, что я не найду вас, в связи с тем, что вы так поспешно оставили прежнее место вашей работы? Нет, господин Шиммер, я не надеюсь. Может быть, вам не интересен человек, который за свои заслуги перед фюрером получил право контролировать все хлебопекарни города Праги? Может быть, фролин Юлька, вам вообще не интересно общество людей, которые являются опорой Германии в вашей стране? Нет. Нет, нет, господин Шиммер. Осторожнее. Простите. В таком случае... Добрый вечер, фролин Юлька. Добрый вечер, господин Шиммер. Это мне прислали из нашего немецкого Парижа. Есть фабрика, где делают более интересные карты. Мне доверили одну колоду. Я вам должен сказать прямо, что очень многие чужие, и даже моя тетушка в мыслях, дорого бы дали, чтобы сыграть карты этой колоды. Это говорю вам я. Иосиф Швейк, тот самый бравый солдат Швейк, жизнь которого так прекрасно описана писателем Ярославом Гашиком, книга переведена на все языки мира. Швейк? Что, сколько прикупает? Спасибо, я не курю. Доброй ночи. Сядь. Теперь мы с тобой сыграем в дурака. А то, что выяснить, кто из нас дурак, да? Сегодня дурак ты. Мне знакома твоя морда. Хозяин пива! Мне очень знакома твоя морда. Где я мог тебя недавно видеть? Кажется, этот дурак заработал мне 10 000 марок. А теперь быстро за полицией. Я приведу полицию. Благодарю вас, фролин Юлька. Господин Шутман! Господин Шутман! Государственный преступник Йосиф Швейк находится у нас в пивной. Смотрите. 10 000 награды.
Ты не пьешь, скотина, когда тебя угощает немец. Видите ли, когда теперь немец угощает чеха пивом, то чех думает о двух вещах. Во-первых, как бы его не отравил немец, ну, а во-вторых, как бы ему отравить немца. Вот я и не знаю, как мне быть. Что-то делать, как-то быть. Йосиф Швейк, не с места. Ты вот сидишь. Помоги, болван. Это опасный государственный преступник. Прими, ребята. Мы должны помогать с вами Шуцману поддерживать порядок. За мной угощение, ребята, когда я получу 10 тысяч марок. Харль! Тащи его, ребята! Давай, не так скоро разберутся в этом деле, потому что даже мы не понимаем, какая муха укусила этого припадочного Шуцмана. За мной угощение, ребята. Швейк! Швейк! Он подарил мне эту фотографию. Спасибо. Юленька. Он подарил мне эту фотографию вместе с этим платьем. Вместе с этим платьем. Вот ты пари. Моды Парижа. Что это платье из французского магазина «Моды Парижа»? Так я же знаю о нем. Садитесь. Садитесь. Это было в Париже. У меня там есть друг-музыкант. Он очень любил одну песенку про свой родной город. Солнцем согретый, печалью одетый, мой город встает на заре. Помни, как пели и песни звенели на нашем зеленом дворе. Над Парижем весна, нам с тобой не до сна. Мы дыхание города слышим. И каштаны в цвету, и любовь, и мечту мы с тобой называли Парижем. Друг мой любимый, с тобою вдвоем песню простую тихонько споем. О весне голубой и о том, что с тобой мы всегда называли Парижем. Мрачен и тесен мой город, без песен ты в гордом молчании стоишь. Голову выше ты скоро услышишь веселую песню Париж. От зеленых аллей, елисейских полей мы победную песню слышим. И свободу свою завоюем в бою, и Париж снова будет Парижем. Друг мой любимый, с тобою вдвоем песню простую тихонько споем. А из
снег голубой, о том, что родной наш Париж будет снова Парижем. Итак, магазин, о котором я вам хочу рассказать, назывался «Моды Парижа». Поздравляю. Магазин Пьера Шамбре открывает торговлю немецкими мундирами. Иначе мы подохнем с голоду. Как вы думаете, Луиза, кто сейчас в Париже может покупать меха, драгоценности, когда дома нечего кинуть кастрюлю? Я думаю об этом не как владелец магазина, а как Пьер Шамбре, француз. Кто? Немцы и предатели. Франсуа, осторожней, увидят. Знаешь, что с тобой... Ничего, ничего, Франсуа. Месье Шамбре, дайте отыграться хоть на манекене. Хорошо сказал наш Франсуа вчера. Мне, говорит, приходится делать много лишнего. Выставлять товар, вешать этикетки с ценой и указывать, что продается. А потом добавил. А стоит, скажем, выставить портрет маршала Петена... Как каждому французу сразу станет ясно, что он продается и какая ему цена. Странный человек наш Франсуа. Он вечно молчит. Луиза, уберите этого немца вон. Месье Шамбре, не мешало бы включить радио. Нас еще оштрафуют, мы не слушаем их передать. Что у меня спрашиваете? Включите. Алиса! В магазине «Генеральная уборка» к открытию. А, так-так. Месье,
пустые полки приводят меня в отчаяние. Неужели у вас не найдется ничего такого этакого, чтобы украсило жизнь офицера в походе? К сожалению, господин офицер, магазин почти пуст. О расчете не беспокойтесь. Может быть, у вас есть дамские вещи? А? Да, вечерний туалет. Единственная модель, оставшаяся у меня. А ну-ка дайте. 3000 франков, господин офицер. Ну что же, ничего. Это так трудно подобрать на глаз. Фрейлин, разрешите воспользоваться вашей любезностью и кое-что примерить на вас? Месье, я же кассирша. Ничего, ничего. Месье, я не модель. Месье, я не могу. Месье, я не хочу. Я вас не затрудню. У вас, кажется, те же размеры, что моя Амальхина в Дюссельдорфе. Скажите, какой у вас номер обуви? 33, месье. Ах, какая досада. А моя Амальхина несколько больше. Она носит 42. Разрешите. Луиза, прошу вас в примерочную. Одну минуточку. Пожалуйста. Поторопитесь, Луиза. Вот гвардки. Осторожно, вы разорвете платье. Ничего. Ну, Луиза. Сейчас, сейчас. Луиза, можно? Можно. Господин офицер, Луиза. Луиза. Так, так. Великолепно. О, мне пора. Я опаздываю. Лиса. Колье. Вечерний туалет. Месье. Ах. Месье. 12 000 франков. 300 франков. 4000 франков, месье. Месье, это мое. Простите. Ну, номер больше, месье. Так. 100 франков. Хорошо. Разрешите? Нет, для меня это слишком дорого. А, впрочем, давай. 100 000 франков. И вот это тоже. Пуговицы. Да, пожалуйста. 2 франка. 115 402 франка, господин офицер. Заверните. $115 402 франка, господин офицер. Ах, ну что же. Пожалуйста. Это грабеж. Вы отнимаете у меня последнее. В магазине больше ничего не осталось. Я вам продал свои личные вещи. Вы не имеете права. Я буду жаловаться. Молчать, скотина. Паризон, халонка, французша, пресса, ас. Паризон, халонка, французша, пресса, ас. Цемкатсен. Магазин моды Парижа имеет еще один манекен.
Потом нации убили их всех. И бедного Франсуа, и кассиршу, и господина Шамбре. Они разгромили весь магазин и разворовали все платья. Вот это, наверное, одно из них. Может быть, кто-нибудь желает проиграть мне партию в бильярд? Выше голову, Юлька. Швейк, давайте позавтракаем. Это вам. Не, что, что, госпожа Юленька, ведь это все, что вам полагается на день. На день уже кончился, Швейк. Тюремный автомобиль может проехать к вокзалу только по трем улицам. Одна из них та, на которой находится эта пивная. Если 20 наших машин будут стоять около пивной, мы можем устроить пробку или автомобильную катастрофу и отбить его. А если они поедут по другой улице? Я думал об этом. Мы договоримся с мостовщиками, и они разберут улицу на одной, а на другой водопроводчики закроют проезд для починки канализации. Стоп! Это может получиться. Да, но если 20 машин да еще ночью будут стоять у пивной, то первый Шусман разгонит всех к черту. Если мы не уйдем, он вызовет отряд. Он прав. Если более 5 чехов собираются вместе, на это уже нужно разрешение нации. Ну что ж, мы должны получить разрешение. Мы не можем получить разрешение немецкого коменданта на собрание чешских шоферов, которые хотят отбить у штурмовиков Вацлава Рышанова. Организатора саботажа транспорта. Это было бы глупо даже для немецкого коменданта. А мы можем получить такое разрешение. Я получу его. Оно дается на похороны или на свадьбу? Так будет свадьба. Какая свадьба? Чешская свадьба в присутствии Шуцмана и с разрешения господина военного коменданта города Праги. Шикарно, а? Замечательно. Невестой будет Юлька. А женихом? Я знаю, кто будет женихом. Кто? Жених будет Швейк. Швейк? Да, Швейк. Тебе, Юлька, как желают невеста в нашей деревне. Здоровая будь, как пчела, веселая, как весна, и богатая, как земля сыра. Цвети, цветок. Виват! 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 Не скажете ли вы, герр Шуцман, куда девался ваш предшественник на нашей улице? Мы его все так любили. Этот дурак арестовал немца вместо чеха. За это его сослали в деревню. Ай, какая оплошность. А-а-а! Нехорошо. Нехорошо опоздал на свадьбу. Нехорошо, нехорошо, опоздал на свадьбу. О, виноват, герр Шуцман. Они оцепили вокзал и площадь около тюрьмы. Ага, значит, все в порядке, скоро повезут. Иди на свадьбу и расскажи другим. Есть. А ну, ребята, заставьте его хорошенько выпить за новобрачных. Горько! Горько! За любовь! Ты представляешь, Шуцман?
Осмелюсь спросить, разве немецкому солдату разрешается пить за любовь? У каждого солдата есть красотка. Да, но она осталась в Германии, а там за ее любовь пьет господин офицер опекун. Обегун? Офицер-опекун! Разве господину Шуцману неизвестно постановление господина Гиммлера об офицерах опекуна, прикрепленных к солдатским женам и невестам Германии? Что с вами, господин Шуцман? Вам дурно, да? Нет, господин Шуцман, так выпьем за любовь. Ай! Но есть безумцы, которые воспевают совсем иную любовь. Боже, святая Мария, как они далеки от нового порядка в Германии. Фу! Даже моему другу, великому писателю Ярославу Гашику, не приходило в голову, что разговаривать с этими немецкими свиньями тяжелее, чем перетащить на перстках 1000 ведер воды на 10-й этаж. Правда, Карл? Яна говорит, что его скоро повезут, они окружают дорогу на вокзал. Боже, ничего, ничего, Юленька, все будет хорошо. А сколько нам осталось времени? Ай-яй, как нехорошо. Любая фашистская собака может сунуть сюда свой нос и сказать. Подозрительная свадьба. Невеста плачет, жених шепчется с гостями. Господин Дворжик совершенно прав. Свадьба должна быть веселой. Прежде чем провести во славу, эти трусливые нации обшарят все улицы и сгоулки. И у меня как раз есть время, чтобы рассказать вам занимательную историю про одну фашистскую собаку, которая как раз сунула свой нос не туда, куда ее просили, и что из этого получилось. Так слушайте, эта история называется «Последний крестоносец». Хорошо, господин майор. Я надеюсь, что здесь сидят не политические. О нет, что? Здесь сидят крупнейшие представители уголовного мира, взломщики, карманники, домушники. Понятно. Кого можете мне рекомендовать? Напоминаю, мне нужен авторитетный человек. Одну минуту. Деваль? Нет, не подходит. Паке, дурной характер. Ну-ну. Гавар. Есть, господин майор. Гавар. Только Гавар. Нельзя ли поосторожнее обращаться с аппаратурой, идиот? Бенц. Иоганн Бенц, я. Наш радист-оператор. Оглох на Восточном фронте. Где ваш Гавар? Спички сейчас. Вот здесь. Что это за птица, ваш Гавар? Гавар? О! Это известный вор. О нем знает весь уголовный Париж. Вот его биография. Ограбление ювелирного магазина Румбо в 4 часа дня на улице Мира. Гавар. Полная очистка банка на улице Сен-Жермен. Гавар. И даже... исчезновение государственной кассы во время переезда правительства маршала Петена в Виши. Гавар. Ну-ну. Это немного слишком. Это не его работа, нет. Что? Вас это не касается. Слушаюсь. Мне важен авторитет и популярность вашего Гавара. Приготовьте закуску. 7 минут. Спи, Мадлен, это только сон. Сон. Ну, сон так сон. Руанская старушка, ты меня не узнаешь? Это я, Люи. Ах, как мы давно не встречались. Ага. Мартель, Мартель.
Дружище Голова, это все принес господин майор. Немец, который приносит, а не уносит, это сон. Это только сон. Не валяйте дурака! Встать! О, господин майор, прошу вас, садитесь. Жалогюст, Катрин, Жермо! Никого. Эта прислуга совершенно отбилась от рук. Очень сожалею, господин майор. Присядь, мой друг, поближе. Услышишь песню ты, как жили мы в Париже. У вас прекрасное настроение, месье Гавар. А ничего удивительного, господин майор. Я не там лишь на свободе. Я сижу в тюрьме. Ваше место не здесь. Вы способный человек. Я помогу вам сделать блестящую карьеру. О, карьеру, господин майор. Это дело слепого случая, уверяю вас. Вот здесь, в 36-й камере, сидит некий Жак Паке. Он земляк самого мсье Леваля. Они оба родом из Аверни. И оба одновременно начинали карьеру. Ну и в результате что же? Один из них сейчас крупный вор, другой тоже крупный государственный деятель. На-на-на. Нет, я понимаю, разве я могу сравнивать мсье Леваля с каким-то Жаком Паке, простым сердечным вором? Это же смешно. Сомнительные остроты, месье Гава. У меня к вам серьезное дело. Слушаю вас. Вы курите? Да, прошу вас. Вы украли мой портсигар. Ловко. Ну, это профессиональная шутка. Скажите, пожалуйста, ваша фамилия, кажется, Мюллер, да? Да, майор германской армии Мюллер. Вот странно. А там написано «На память дорогому мсье Мишо». Нет, я понимаю. Давно работаете? Что? Нет, я хочу сказать, давно ли в армии служите? Не имеет отношения к делу. А, ну, простите. Месье Гавар, я пришел к вам как очень крупному специалисту, как к популярному человеку в вашем мире. Спасибо. Я полагаю, вам известно о нашем великом крестовом походе на восток, о нашей победоносной войне с большевистской Россией. О, война, господин майор. Какое скучное занятие, когда с неба сбрасывает подарочек в 2-3 тонны и столько прекрасных, дорогих вещей гибнет зазря. Пора изменить точку зрения, месье Гавар. Настало время, когда все честные люди должны встать под знамена исторического похода. Честные люди, вот теперь я понимаю, почему именно ко мне обратились. Не придирайтесь к словам. Вы и ваши друзья должны возглавить этот поход. Вы так думаете? А как же? Все уголовники из тюрем Нанта, Лиль, Орлеан уже сражаются. И уже победоносно обогащают. Да-да. Вы станете во главе отряда. А ваши друзья понесут бархатные знамена победы. Они пропадут. О, нет. Они будут вооружены по последнему слову военной техники. Они не пропадут. Нет, знамена пропадут. Они же бархатные. Пустяки. Там, на востоке, вас ждут великие возможности. Вы поработаете на славу, дорогой Гавар. Вы будете вступать с нами в города. Вы будете входить в магазины, в музеи. В частные дома. В частные дома. И вы привезете в Париж состояние. Ну? Что же вы молчите? Вы будете отвечать? Вот это меня тоже самого страшно интересует. Что? Буду ли я за это отвечать? За всех нас отвечает фюрер. Ну, тогда другое дело. Итак, я требую от вас немного. Вы произнесете речь. Какую речь? Вот она, обращенную к вашим коллегам. Вы будете призывать их в ряды германских крестоносцев. Мы запишем вашу речь на пленку, и завтра же она прозвучит во всех тюрьмах Парижа, во всех тюрьмах свободной Франции. Бенц! Бенц! Приготовиться к записи! Завтракал, спасибо, я сыт, но... Записи приготовиться! Иного! Слушайте, он вас не своим делом занимается, он мог бы стать неплохим ночным сторожем. Легкая контузия! Вы готовы, Гавар? Готов. Прекрасно! Начинайте, Бенц, я сейчас вернусь. Есть! Ну! Пошевеливайся, глухая дубина. Дома у меня все в порядке, не ваше дело. Запиши мою речь как можно лучше, я тебе устрою на должность мумии в Национальный музей. Неужели сквозняк? Где моя вата? Где моя вата? Мальчики, минутку внимания. С вами говорит Люи Гавар, человек-отмычка. Сегодня меня посетил представитель германского командования майор Мюллер.
он принял мое предложение с энтузиазмом. Да-да, он же говорит. Записываем. Через пару дней новый отряд крестоносцев будет сформирован и отправлен на восток. Это произведет нужный нам фурор. Порядки? Приятно, приятно. Голос идеальный, ей-богу. Внимание! Внимание! Внимание, господа заключенные! К вам обращается с речью ваш друг Луи Гава. Менс! Мальчики, минутку внимания. С вами говорит Луи Гавар, человек-отмычка. Сегодня, мальчики, меня посетил представитель германского командования майор Мюллер. И мне невольно припомнилась одна наша песенка. Присядь ко мне поближе, услышишь песню ты, как жили мы в Париже. Не ведая беды, бывалые грабители, прославленные воры, великие таможники, громилы, шулера, карманники, чердачники, бандиты, сутенеры и прочих дел сомнительных большие мастера. И знаете, что он мне предложил, мальчики? Собрать вас в шайку и вместе с ними топать на восток, грабить и убивать. Это у них называется исторической крестовой поход. Правда, мальчики? Мы давно сожгли все наши корабли, и совесть нас не очень тревожила. Но должен вам признаться, когда я услышал, что 27 ноября тулонские ребята потопили свои корабли, у меня сердце перевернулось. Присядь, мой друг, поближе. Поет моя тоска под крышами Парижа. Немецкие войска, бывалые грабители, прославленные воры, великие домушники, громилы, шулера, карманники, чердачники, бандиты, сутенеры и прочих дел сомнительных большие мастера. Я сгною тебя в тюрьме, свинья. Оруар, крошка, предпочитаю сидеть в тюрьме с французами, чем топать на свободе под немецкими бархатными знаменами. Мы с Бошей маски снимем. Пора, друзья, пора. Ведь по сравнению с ними мы просто детвора. Бывалые грабители, прославленные воры, великие домушники, громилы, шулера, ангелы невинные перед такой сборой. Они нам не компания. Нет, окончена игра. Так, друзья, как видите, им уже не хватает на фронте своих бандитов, поэтому они стали шарить по чужим тюрьмам, призывая под свои воровские знамена новых крестоносцев. Юрий, свадьба должна быть веселой, ну? Человек! Сюда! За мертвого мне тоже дадут 10 000 марок. Да это ж мертвый! Вы разбудите господина Шуцмана? Швайнахун, на этот раз я не промахнусь! Я тоже не промахнусь, господин Шиммер. Руки! Ручки. Ручки, господин Шиммер. Швейк. Пора, господин Шиммер. Рога трубят.
Прекрасный свадебный подарок для каждого чеха. Держи. Куда вы меня ведете? Прелестный уголок, где мы доиграем нашу партию в дурака. Ручки, 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 господин Шимер, ручки. Сюда, господин Шимер. Сюда, о, прелестный уголок, в котором мы и доиграем нашу партию в дурака. Налево за углом, в машине. Есть! Следи сигналы. Следи за порядком. Джейк! Убери эту скотину, он может протрезвиться. Вальдек! А, Юленька, выше голову, Юлька. Ты офицер, Роберт. Так, ну что? Сейчас я вам покажу. Привет! Спасибо, товарищ. Вацлав, Юлька, Шейк, быстро хозяин вас проводит. Мы обманули их, но ненадолго. Ну! Один! Спасибо, Шейк. Это не моя свадьба, Ларда. И потом, где же это видно, чтобы жених покидал своих гостей? Ты молодец, Швейк. Живи, Швейк. Они убили мальчика с бельем. Граната! Лови! Я плюю на вас! Будьте вы прокляты, я знаю, гнев народа пройдет по вашей земле, и вы подохнете страшной смертью, и даже не увидите, как вашего палача Фюрера поведут по селам и городам, и женщины и дети будут бросать в него камнями. Я плюю на вас, я Йосиф Швейк, который стоит 10 000 марок. Ах ты! Возьмите меня!
кругом лишь деревья шумят, но я вам скажу, не скрою, под этими крышами чехи не спят, они готовятся к бою. Закат за бульваром давно потух, и надо мне быть потише, не то какой-нибудь драный петух, пожалуй, взлетит на крышу. Не то какой-нибудь драный петух, пожалуй, взлетит на крышу. Ах, как хорошо на свете любить и видеть на небе звезды, смело бороться и весело жить, вдыхая весенний воздух. Ах, как хочется петь тому, кто влюблен, об этом вы знаете сами. Я очень люблю куриный бульон, сосиски и суп с потрохами. Сосиски с капустой я очень люблю. Сосиски с капустой вкуснее всех блюд. La 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 la